Ижавия и Сарапульский электрогенераторный завод попали в санкционный список Украины. Документ опубликовали на официальном сайте Петра Порошенко. В перечне также оказался банкротный концерн «Ижмаш». Две пассажирки в Ижевске пострадали из-за резкого торможения автобуса. Инцидент произошел в четверг на улице Пушкинской. Женщины упали в салоне. Правительство России не поддержало предложение Удмуртии приравнять спиртосодержащие жидкости к алкоголю. Депутаты Госсовета отправили законопроект в Госдуму еще год назад. Его так и не рассмотрели. 24 хоккеиста «Ижсталь» отправились в очередное выездное турне. Отметим, что в Ижевске остался голкипер Сергей Костенко, а в Санкт-Петербурге к команде может присоединиться Дмитрий Моисеев. Советник президента России Герман Клименко стал гостем кофемолки. Очередной выпуск авторской программы Энвели Касимова можно посмотреть на сайте «Сусанин».